Друзья, всем привет! Так, я тренируюсь записывать видео прямо на ходу. Посмотрела предыдущее видео и думаю, я иду такая, как медвежонок, переваливаюсь. У меня просто с собой сумочка. Ну, как спортсмены ходят, да, мы же женщины-то из русских селений. Вот, одна дамская сумочка такая, что если прилетит, то мало не покажется в одно место. В общем, шутки свои. Так, и ну, водичка с собой, все. В общем, все хорошо. Смотрите, когда человек говорит, нет времени, то есть я поняла, что мы сейчас разбираем тему, не знаю, отработка возражений, то есть у каждого есть какие-то свои в голове вопросы, которые, ну, человеку не позволяют сразу принять ту возможность, которая к нему пришла. Вот, то есть он, ну, я очень понимаю всех тружеников, как это, не шопоголики, трудоголиков, которые действительно, у него одна работа, вторая работа, третья работа, и остается только, ну, только что в зубы еще четвертую работу, и все, да, вот. Но здесь есть некоторые моменты, с которыми можно как бы поработать. Вот я, если взять меня, да, например, делая зарядку вот эту вот на ЛФК, я понимаю, что у меня кое-где страдает контроль. Вот реально, да, ты это видишь. То есть в обычной жизни ты этого не видишь, а вот меняется направление деятельности, и ты замечаешь, что вот здесь вот что-то проседает, да, какая-то просадка есть. Вот, то есть контроль. Что еще может мешать человеку настроить режим работы таким образом? Вот вчера одна из партнеров, да, говорит, ты знаешь, вообще нету времени, ну вообще нету времени. Съездила с дочкой в Екатеринбург, в Олимпопо, весь день, ла-ла-ла. Короче, потом делаем еще какие-то дела, кучу дел, массу дел, бегаем туда-сюда, но времени, ну, вообще нет. Но все равно находится время, чтобы сидеть вот в гаджетах, да, в телефоне обязательно, как, ну, как не посмотреть, там, соцсети, еще что-то. То есть это уже речь идет о правильном менеджменте, да, вот этом тайм-менеджменте. Вот, то есть если мы пораньше легли, другая, например, ночью звонок, Оксана, и своя история. Почему ты не спишь, спрашивается, да? Потому что нарушен режим сна, режим дня. То есть работать нужно с чем, чтобы вот у меня и хватало и времени, и успевалось все, и энергии хватало, да? Вот это тут сейчас звонила, поздравляла с днем рождения родственницу, и говорю, вот баланс труда и отдыха. Это тоже, кстати, важный момент, потому что если мы переборщили с работой, не отдыхали, то потом это бьет, конечно же, по здоровью. И радости уже такой, ни сил, ни радости, ничего, да. Посмотрите, сколько моментов мы нашли, да, всего лишь взяв тему «У меня нет времени». А времени-то нужно всего лишь пару минут. Зашел, взял эту возможность, вот прям как она к тебе пришла. То есть вот мне перекинули ссылочку, я раз и зашла, да. Я уже знаю, я посмотрела все. И предварительно я уже знаю, какие-то мысли уже будут в голове всплывать, там какие-то, где-то ты услышишь какие-то вопросы, ответы, и ты будешь понимать, что ага, вот это я видела там, как это соединяется, да, есть запрос или вопрос у кого-то, нужно его решить. Ты знаешь ответ, как работают посредники, они знают, там кому-то нужна однокомнатная квартира, у того есть однокомнатная квартира. Мы их соединяем, вот тебе, пожалуйста, заработал, да? Вот. То есть возможности есть везде.
И вопрос, вот нет времени, это нужно его все-таки найти, это время. Посмотреть, где оно теряется. И еще you are welcome на мастер-классы я провожу с метафорическими ассоциативными картами. Там можно разобрать, где лично вам взять ваше время. Кстати, у меня был такой разбор с одним из методистов детских дошкольных учреждений. И, в принципе, она была очень удивлена. И это ответило на ее вопросы, где взять время. Вот. Так что вот такие возможности у нас есть. Приглашаю всех в свою команду. Всем добра, радости, счастья. И не упускайте ваши возможности. Ловите удачу за хвост. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.